Здравствуйте. В кабинет пришли два молодых человека, ну, очень интересная пара. Он богатырь, а она как-то по-настоящему красива, а когда она взглянет на мужчину, мужчина теряется. Это удивительные глаза, удивительный взгляд. Вместе они, ну, как-то очень хочет, чтобы они были вместе, очень красивая пара, но она, вопреки своему темпераменту, она чрезвычайно энергичная и темперамента, она чрезвычайно рассудочна и пытается свою жизнь подчинить тому, что знает. То, что она знает, по-моему, с первого класса. И вот принципом этой девочки она пытается подчинить себя. Правда, нет, я неверно сказал. Она читает книжки, она находит, что правильно, и старается жить правильно. В результате она чувствует себя потерянной и как будто пусто стало. А он пытается угодить ее правилам, он считает, что она права, он ею восхищен, пытается угодить, теряет себя и теперь уже мучается этой зависимостью от ее настроения. Когда они пришли, я был занят тем, ну как мне создать ситуацию, которая покажет, что между ними творится, и в это время прозвучал звонок. Вот о звонке я расскажу в следующий раз. Он мне оказался решением этой ситуации. Всего вам доброго.